Всем приветик, с вами канал Илана Вульф, и в этом видео мы продолжаем говорить о коллекции Gull Sport. Сегодня я хотела бы сделать обзор на куклу Торалай Страйп из коллекции Gull Sport. Сначала давайте посмотрим на ее коробку. С обратной стороны мы можем видеть арт всех кукол, которые входили в эту коллекцию. Это Торалай, Спектра и Клодин. Для своей коллекции я решила приобрести только Торочку и Клодин Вульф. Эти куклы мне понравились больше всего. А теперь давайте поговорим о Торалай. Спорт. Это четвертая Торалай в моей коллекции. Первая была базовая Тора. Я ее очень люблю. Она одна из моих самых любимых куколок. Вторая была Торалай Катастроф. Очень красивая и таинственная кошечка. И третья была тоже Торалай Катастроф. Только мы ее распустили в волосы и переодели в фэшн-пэк. Ее перевоплощение вы можете посмотреть у меня на канале. Видео там будет. Ну и в нашей кошачьей семейке появилась еще одна Торалай. Сейчас посмотрим на аксессуары нашей сегодняшней героини. К ней прилагается стандартная черная расческа и стандартная черная подставка. Дневничок выполнен в таком же стиле, как и у Клодин. Внутри он не русифицированный, поэтому прочитать его я не смогу. Очень мягкая и приятная на ощупь сумочка в виде баскетбольной сетки. Такого кислотно-розового цвета. Голубой мячик с паутиночкой. И, наверное, чтобы охладиться после занятий, вот такой вот стаканчик со стекающей жидкостью. И с трубочкой. Наверное, там налит очень вкусный и охлажденный коктейль. Кстати, этот мячик очень хорошо вмещается в вот эту сумочку. И тут есть такая петелечка, я думаю, что ее можно одеть на хвостик Торочки. Вот так это будет выглядеть. А теперь посмотрим на саму куколку. Сначала хотела бы обратить ваше внимание на ее очень яркий макияж. У нее яркие розовые кубки под цвет сережек, обуви и даже сумочки. Почему-то именно в коллекцию Gull Sport захотели выделить в Торалай розовый цвет. Если смотреть на старые выпуски куклы Торалай Страйп, то мы видим, что у старых выпусков один и тот же макияж, и выполнен он в темных тонах. А у Gull Sport в очень ярких тонах. Тени голубого цвета, и посередине есть розовая полосочка. А теперь посмотрим на ее прическу. Это вторая Торалай с хвостиком. Первая была Катастроф, но у Катастроф хвостик конский и собран высоко наверх. А у Gull Sport хвостик собран на бок, и в хвостике имеется косичка-жгутик. Косичка заплетена из черной и оранжевой пряди. Завершает ее прическу вот такая оранжевая повязка, которая нужна ей для того, чтобы, когда она занималась спортом, ее хвостик не болтался в разные стороны. А также у этой Торалай есть щелка. Я думаю, что с щелкой, что без щелки, Тора выглядит великолепно. В ушках мы можем видеть розовые сережки-гвоздики. Как всегда, у базовой такие серые, а у Катастроф черные. А теперь посмотрим, что на ней одето из одежды. Голубая маечка в белую полосочку с одной силиконовой прозрачной лямочкой поверх этой майки. Черная в сеточку футболка коротенькая, на которой есть наклейка-переводка розового цвета с циферкой 9. Наверное, это ее порядковый номер. Циферка стекает, и посерединке можно видеть черепок Monster High. Шортики черного цвета, обшиты розовой ниткой, а украшают шорты вот такой поясок с розовыми и черными квадратиками, которые выполнены в шахматном порядке. Шортики и обе маечки застегиваются на липучках. На ножках обута спортивная кислотно-розовая обувь под цвет ее губ, сережек и даже сумочки. Обувь не на каблуках, что меня очень порадовало, и она шипованная.
А ее ножки обвивают вот такие красивые черные кошечки, видимо, для защиты ее ног. А на этом все. Спасибо за просмотр. Ждите новых обзоров. До скорых встреч. Пока-пока. Это маленький ад. Чужие голоса мне постоянно твердят. Ты будь как все и сливайся с толпой. И только в школе монстров учат быть самим собой. Часы уж бьют 13, но не спеши пугаться. Зачем тебе чужой успех? Не бойся себя, ты круче всех. Знаю точно, этой ночью страх уйдет. Ужасным криком, но свободы нас с тобою унесет. Так классно быть дикой, вдохни поглубже, стань самый лучший. Ты здесь за право пугать, борись. Школа — это жилье монстров, участь нас. Monster High — это высший класс. Мы несовершенны, и у нас это в роду. То, как звезды светим, мы всегда на...